Хей, ребята, всем привет, с вами Диана. И да, сегодня в начале видео вас встречает такая некрасивая картинка, потому что наступила весна, а Волгограде это всегда очень много грязи и небитые окна моей машины, поэтому ничего не буду, собственно говоря. Ну, а мы сегодня с вами едем в Москву на соревнования, и я надеюсь, вам понравится это видео, так что оставайтесь со мной, ну а мы начинаем, поехали! На поезде с нами едут еще одни танцоры. Тебя как зовут? Давай. Улай. Коля. Леня. Я запомнила. Саша. Запомнила. Все едем на Динамо. Давай маши. Помаши ручкой. Ку-ку. Задумался. Ку-ку. Китайский ладыш. Пока Диана отошла. Привет. Будем сажать батарейку, да? Да, давай. Слёл сейчас пойду. Так, добрый день, уважаемые телезрители. Ай, всё, я бургер. Не успел я поприветствоваться, а вот эти вот два молодых человека играли в мазохисты. Один мазохист, второй мазохист. Никому не советую читать эту книгу, потому что это полный бред. Что ты ржешь? Да он косой. А, это что ли? Типа бабочка, короче, или что? Или что? Или что? Ногами и руками вот так пальцы. Это тебе сложно? Попробуй. Да что ты меня заливаешь? Смотри, как я умею. Мое мастерство не пробить. Всем понятно? Надо приблизить, надо приблизить. Мы все устроились шикарно. А вы находитесь в мире животных. Перед вами два вида, да, играющие в китайский лад. Давай еще раз. Спокойно. Я же не читаю, спокойно. Сейчас лучше уметь читать. Не читать, не умею. Не хрен уметь читать. Ну, а
а дальше мы отправляемся в наш любимый Крокус Сити Холл, где и будут проходить сами соревнования. Но, к сожалению, многого заснять я не успела, потому что было очень мало времени и очень много выходов на паркет, так что все, что есть, я вам здесь покажу. С утра на регистрации было очень много народа и очень большие очереди, поэтому стоять там приходилось достаточно долго. И даже люди уже говорили: я могу вас обрадовать, в эту очередь нам не надо, потому что они были нереально длинные. Татьяна Тарелкина. Звали Света Горов, Волгоград, Нижний. Марина Шлавицкая, Ирина. Здесь вы видите награждение, где мы заняли первое место. На самом деле у нас было очень много кубков. Большего заснять мне не удалось, но на этих соревнованиях я познакомилась с огромным количеством новых людей. И мы с ними очень много веселились, дурачились, танцевали. И чаще всего это происходило между заходами, между выходами на паркет. Но все ребята очень добрые и отзывчивые. И я надеюсь, что мы с ними увидимся снова. Ну а я сделала с некоторыми из них фотографии. Это Кирилл и Никас. Ну, а мы уже отправляемся с вами на вокзал и домой. Это уже наша традиция перед отъездом заходить в KFC и кушать там всякую вкуснятину. Этот человек проигрывает мне. А чё, блин, ты до этого проигрывал, ничего страшного, бей давай. Слаб, я готовилась на более сильный. Долбой ищет, но никак не дойдет. В смысле, почему прикол? Ты чё, заливаешься? Ищите в этом наборе букв посередине какое-нибудь слово и пишите в комментариях. Это должно быть имя существительное единственного числа и русское, а не транслит с английского. Да. Посмотрим, кто умнее, вы или Лёша. Ну, он нашел нос, но вообще я думала гимн. Ну, гимн как-то. Всё, пиши. Кто еще какие слова нашли? Пишите, давайте уломаем Лёшу нос. Кто проиграл, иди сюда. Давай, лоб. Так, как там еще баны бьются? Хорошо. I have few conditions for you. Тогда, мать, что ты делал? Let's speak on English. 1 minute of English challenge. На этом все. С вами была Диана. Всем пока-пока.